Всем привет, с вами я, Миша, моя сестра Алиса. Сегодня мы будем снимать новое видео на наш канал Ракушка 345. Привет. Всем привет. Мы сегодня будем проходить тему про растения. Будем сажать лук. Надо насыпать немножко земли. А потом надо полить воды. Берем лук и ложим его прямо вот так вот, вплотную вместе с другими. Так. Потом надо положить еще вот так. И еще вот так. Вплотную надо, чтобы вместилось и было их побольше. Вот так, чтобы были большие. И вот мы посадили. И получится у нас такой вот лук. Вот такие потом. Вначале будет расти корень, а потом уже и сам лук. А потом мы будем срезать его. Но чтобы сюда можно еще вместить немного лука, так что берем ножницы, еще лук. Вот. Обязательно срезать и именно вот этой стороной кверху. Потому что отсюда пойдет... Бери ножницы. Отсюда пойдет сам лук. Можно сюда. В принципе, можно вместить еще несколько. Возьмем два. Ну, тоненько. Один можно сюда, хорошее место. И один сюда. Вот так. Если есть еще тонкие, можно еще. Ну и вот. Теперь надо ждать, когда вырастет сам корень, пойдет. А потом уже будет сам расти лук. Все, всем пока, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Пока.